Привет, народ! Пришел телефончик. Пришел у нас здесь 8... А, подождите. А какой же у нас... Фу, я и забыл, какой пришел. Короче, 58.00, кажется, да? Что это вылетело как-то из головы? Сейчас посмотрим. Да, 58.00 пришел. Так, вот у нас сам телефончик такой. Так, ладно, сейчас глянем, что у нас тут по комплекту. Тут зарядка обычная, тоненькая нокиевская зарядочка. Такая у нас кабелек USB-шный. Наушники, конечно же, обычные. С кнопочкой Nokia. Потом диск OVI. Так, manual у нас здесь, manual. Тут manual, ага. Манул на английском. Так, ну, в принципе, не сильно надо. Так, и так знаем, что к чему там. Сейчас посмотрим телефон. И надо еще, наверное, сразу, чтобы не забыть, сделаю. Вот так вот. Наклею на коробочку. Потому что их отдельно кидают, они бывают теряются. Так, мы наклеили. И вот сам телефон наш. Телефон у нас такой холосый, блестит весь. Задняя крышка у нас матовая. Вот такая вот. Так. Carl Zeiss даже, ёлки-палки. Так, полосочки такие у нас там на крышечке. Так, в общем, нормально. Так, вспышечка, камера. Все у нас тут пучком. Так, вот у нас кнопочки все, стилус есть, вон он, наш стилус, такой вот, так, надо сейчас глянуть, под крышкой там, по идее, аккумулятор, как всегда, закрыт, вот, чтобы не включался там случайно по дороге, вот, так, крышечка туго открывается, под крышечкой у нас тут такая себе инструкция, там что делать надо, симки куда вставлять, там флешечка, еще что-то такое, стилус, короче. Так, стилус у нас открывается довольно туго, ну, думаю, ничего страшного. Тут у нас заглушечка какая-то. Так, и тут сверху тоже. Ага, вот у нас тут клееночку положили под контакты. Вот такая вот у нас батареечка BL5G 3,7 вольта на 1430 миллиампер. Так, все у нас тут под телефончиком. Место под сим-карту. Где место под сим-карту? А, вот он. Вот куда все спихивать. Он что-то под заглушкой было. Как-то и не туда. Заглушечки открываются нормально. Разъемчики у нас тут под флешечку, под сим-карту. В общем, все нормально. Так, а теперь как закрыть? А ну-ка, закрывайся. Так. Когда-то я хотел себе такой телефончик. Давным-давно. Вот. Такая модель была интересненькая. Так, вроде все, можно включать. Сейчас я только одену тут. Вот так вот закроем. Крышечка прилегает плотно. Никаких зазоров, это у нас технический зазор. Вернее, такая у нас щелька там, короче, и под ней, вон, видите, решеточки под динамики. Или не под динамики, что там, я не знаю. А, да, под динамики, наверное, с другой стороны нет.
Два динамика, походу. Так. Попробуем сейчас включить. Оп, включился. Тут у нас разъем под USB-шечку. Micro USB. Разъемчик чистенький. На камеру видно, будет интересно. Разъемчик. Там не видно, чтоб не звездели, что типа рефёрб, что там это самое. Разъемчики все чистенькие, не юзанные. Плата тоже нормальная там. Телефончики новые все. Так, это открываем. Извиняюсь за свои сопли. Мне и так с носом непорядок. А тут еще приболел немного. Ну да, в общем, фигня. Так, выставим время. Время. Так, ага, запустился. Вот такой вот у нас кнопочка у нас подсвечивается. Вот так вот она у нас. Так, оно пролистывается или нет, как им пользоваться? А? Не знаю. Так, оно сюда. Это у нас кал. Звонок типа. Так, а как же он? Ну, может, тут просто рабочих столов нет, я не знаю. Я просто не часто пользуюсь такими телефонами. Вот. Так, такая, ну, мюшечка. Еще сейчас выстрелим, наверное. Русский язык. Персонал, фон. А, тут два раза надо нажимать. Language. Резистивный экран, по-моему. Да, здесь резистивный экранчик. Так. Так. Русский, украинский здесь есть. Болгарский есть, румынский. Так, ну все. Сейчас немножко перезагрузится и будет на русском языке. Так. Ну, долго думать. Хотя ему положено долго думать. Он же у нас не современный смартфон, которые по 150 ядер. Но за то, что мне нравится в старых телефонах, это качество звука, как в микрофонах, так и в динамиках. Все. Все у нас на русском языке. Телефон, контакты. В менюшечку сейчас зайдем, посмотрим. И все на русском. Экранчик, кстати, хорош. Можно еще попробовать даже яркости добавить, если можно. Сейчас глянем. Так, дисплей. Ну. Так. Еще немножко можно добавить на одно деление. Ну, не сильно, в принципе, добавил. Ну, такой экран, в принципе, читабельный. Можно смотреть. Так, а у нас тут еще отдельная кнопочка под камеру. А это у нас. А это у нас блокировка. Прикольно. Кстати, удобная штука. В принципе, было бы неплохо делать такую на современных смартфонах. Очень даже удобная кнопочка. Плавный. И главное, вход такой у нее плавный. Такой мягкий, классный. Круто. Конечно. Так, нет доступа к карте памяти. Окей. Ладно. Может, снимок попробуем сделать, если получится. Я пленку не снимал с камеры, поэтому будет, наверное, немножко мутновато. Вот так вот у нас фото такое получается. Вот тут у нас пленка, я ее не снимал. Из-за нее мутно. Думаю, ладно, ничего страшного. Так, функции. Использовать камеру, параметры, режим. Да ладно. Чего там? Так, камера. Выполняется обработка фото. Ага. Так, удалим. Так. Посмотрим, не фоткали там поставщики. Изображение, фото, они, ничего нету, только моя вот фотка. Там вообще бывает проверяют перед отправкой, там что-то видео какое-то короткое снимают или фотографии делают. Так, ну в общем телефон нормальный, камера работает, так, звук тоже работает. Сеть я не проверял, но не сомневаюсь, что работает. Сеть работает по-любому.
Так, так. Сенсор работает хорошо. Непривычно, правда, после емкостного экрана к резистивному. Резистивный давить надо пальцем, такой как. Не знаю. Уже отвык от него. Раньше тоже во всех телефонах старых еще сенсор. На китайцах, кстати, у меня китайцев много было, я там покупал. Тоже все резистивные экраны были. А сейчас емкостные. Сейчас, конечно, радость с тачами. Вот такой вот у нас телефончик.